Привет, дорогие подписчики и зрители наших каналов. С вами снова Артём, Григорий и Артур. Мы начинаем проходить... Вернее, мы возвращаемся в Звездные войны, но теперь начинаем проходить за джедаев, потому что нам давно этого хотелось. Поздоровайтесь, камрады. Артём. Да пребудет с вами сила. Вот, да, всем нормально привет. Сказал. Просто... Захотелось за джедаев, потому что за ситов мы играли довольно давно и ничего не помним, придется все вспоминать. Да, было И это тем давно. более. Игра перешла на free-to-play, то есть нам пришлось по новой все перекачивать. Был такой момент, когда для создания нового персонажа приходилось удалять старых, поэтому все равно ничего не осталось. Вот. Поэтому начнем с чистого листа, так сказать. Ну и кроме того, постараемся в этот раз не растерять атмосферу, потому что последние серии там уже превращались в балаган. Ну, общими стараниями. Да, и игра за светлую сторону, я думаю, как раз этому поспособствует. Да, мы находимся на планете под названием... Какая? Я сейчас... Титун. Наверху слева. Титун. Титун, да. А, Тайтон, да. Мы все прибыли туда, мы все ученики, но, как видите, я мозг, а не мускулы. Мы прекрасная команда. С нами Зангиев, с нами какой-то... Как тебя зовут? А кто такой Зангиев? Я не знаю, какой-то араб я, наверное. Уточнить. Ну, посмотрите, это же Зангиев, ну. А кто такой Зангиев? Вот я создал, я не знаю, кто такой Зангиев. Хорошо. Не знаю, что такое Зангиев, ладно. Я, честно говоря, без понятия. Ну, ладно. Так, текущее задание у нас, что там, куда нам идти? Идти на такси, наверное, я думаю. Да, я вообще, честно говоря, забыл уже абсолютно все в этой игре. Как тут, что тут? В общем, стандартная схема. Два танка, два персонажа. Jedi Knight, это Артём и Гриша. И один хиллер, то есть я. Ну, я тоже вроде как могу за себя постоять. Но не такой боец, как они. Поэтому будем втроем справляться, я думаю, более-менее нормально. Так, такси. Да, такси. Титун, насколько я помню, это планета джедаев. То есть родной мир, что ли, какой-то. На котором все их цветыни. Сюда они отступили после того, как Коруссант разбомбили ситхи и завладели полностью империей. Поэтому джедаи в этой части просто в меньшинстве. Да. После того, как мы разбомбили в предыдущем сезоне, так сказать, Коруссант, теперь мы его будем отбивать. Так, надо тут за... типа... забиндиться или не надо? Да забиндишься потом. Так, хорошо. А, точно, тоже биндиться надо. Да-да-да-да-да, не забывай. Я все забыл. Вообще не помню ничего. Хотя мне почему-то кажется, что она у нас открыта уже была. Хорошо, присоединимся к разговору. Что ж, первый диалог. Ждем Джека Шепарда. Так кто-то орет уже. Я субтитрами. Ну давай, найди сюда. Сейчас не беспог... Отличный перевод. Тренировочные, в общем-то, площадки сейчас небезопасны. Да. Поэтому мы и здесь. Ты меня не напугаешь от этого. Да, он пришел, чтобы помочь. Силы с нами. Несколько падаванов справятся с этим делом. В общем-то, суть в том, что тренировочные поля атакуют флешрайдеры, непонятные какие-то монстры. Да-да-да. И студенты... В общем-то, плохо подготовлены к этому Нет, делу. Нет, пропали и... Что нужно Но спасти. Они потеряли с ними связь. Не волнуйся. Я верну этих подаванов в безопасность. На, говорит, маяк, найдешь их, пошли, и мы шаттл пошлем. Какие-то джедаи уже выдвинулись. Недостаточно быстро. Да прибудет с вами сила. Вот первый квест. Так, эта планета, надо сказать, гораздо более красивая, чем то, что... Чем мертвый Карибан, которым мы начинали играть за ситов. Тут все цветет и пышет. Так, ну и что еще тут есть? Еще какие-нибудь квесты кто-нибудь видит? Потому что сейчас мы выдвинемся в эти дикие поля. Так, да, сразу нахватаем побольше сейчас квестов. Там походу будем уже выполнять. Но на самом деле что-то ничего не видать больше. Ну, насколько я помню, я просто... Для меня это уже третий сезон «Звездных войн», потому что в свое время я начинал. Ну да, ты был первопроходцем, получается, из нас всех. Ну, я, честно говоря, ничего не помню. Но я помню, что тут вроде больше квестов, хотя на той стороне еще может быть. Так, ну вон у нас почтовый ящик, посмотрим, что у нас там. Блин, прикольно так, красиво. Напоминает вообще аватар. Так, ребята, а где у нас субтитры включаются? Я что-то тут ищу. Субтитры? У меня не отключены. А, вот-вот-вот нашел. User Interface. И еще, кстати, включите в Social доступ, в общем, в аварии к тому же классу. Кстати, чтобы мы все вместе могли зайти.
точно. Так, точно, как точно. Это делается? Preferences, social, allow access the same class story areas. В general настройках. А, ну да, это как раз то, что нужно. Okay. Preferences, social. Вверху там. А, у меня KBindex стоял, понятно. Social, allow access, apply, окей. Все хорошо. Так, все, субтитры включены, мы вместе будем бегать. Так. Ну что, пойдем на дикие поля, маленько вспоминать управление. Да-да-да. У меня, кстати, все так расставлено, как будто я уже играл этим классом, хотя это не так. То есть все на тех ходки, где нужно. Так, вот эти непонятные какие-то... Товарищи флеш-райдеру. Охотники, да, этот уже не наш. Но нам так, 10 штук надо. Сервер наш как называется? Ой, я не помню. Red Eclipse. Red Eclipse, да. Red Eclipse записываем мы, скорее всего, как правило, будем по воскресеньям. Где-то, наверное, часов 12 по Москве. Если кто хочет, заходите, там, помочь или в чате там что-нибудь написать про нас гадости. Да-да-да, милости просим. У вас просим. Выпал шанс. Так, тут есть, кстати, несколько квестов, которые тоже можно взять. Например, спасти вот этих людей из клеток. Это что? Так, мертвый падаван лежит в клетке. Я крутой, я кидаюсь камнями, а вот там тупо их долбите палками. Короче, могут быть клетки с этими рабами этих флешрайдеров или пленниками, как там правильно. Я, кстати, вам рекомендую, я не помню, как это делается, но... Так, подожди, я тоже это делаю? Да. Мертвые падаваны, да. Рекомендую вам поставить автоподбор. Да, я вот не помню как. Опять же. Ну, ладно, я думаю, между этой и следующей серией разберешься. Так, у всех сейчас по 3 квеста получается? Ну, у меня путь джедая, нужно найти 4 килограмма каких-то, ну, это захваченные, да? Падаваны и ранние уроки, найти пропавших студентов. То же самое. Так. Там сали. Я могу, кстати, вас бафать. Это как ну да. Есть? Ну-ка. Хорошо. Нормально. Это нормально. Вот это нормально. А, я сразу вас обоих. Блин, я ничего не помню. Ничего, сейчас первая серия у нас такая будет, ознакомительная. Ну да. Можно сказать, потому что уже никто ничего не помнит на самом деле. Ну это круто. Так, нам один остался, да? Вообще добавили много. Там еще 15 штук, он бонусных. А при этом добавили много отстойных, потому что игра перешла на free-to-play. Очень многие вещи перевели на донат. Но люди с подпиской, то есть которые играют полноценно, в принципе, ничего не теряют, насколько я понимаю. Да, абсолютно верно. Так, у всех сообщения. Джек Шепард уже что-то там слушает. Да, я уже пропустил. Сообщение. Как-то так побыстрее. Я, честно говоря, ничего нас... не видел. Не, у нас просто нашему классу пришло. А, вам телефон позвонил, да? Да-да-да. Везет. Ну ладно, я пока пойду посмотрю, что... О, Артур, ты пропустил, там что-то лежит. Дизлайк, отписываюсь. Сундук! Подожди, это что такое? А, это голограмма. А я ее использовать не могу. Все, пропустил я диалоги. Ну, мне 4 их нужно. Это мой квест, похоже. А, понятно. Ой, Тёма там не дерется. Гайс, они после долгой тишины. Я иду. Если кто-то пришел. Я Гэрон Джарн. Тысячелетия назад я был одним из основателей Ордена Джедая. Ты выглядишь почти живым. Так, как у нас лечится, а вот вспомнил все. Ты выиграл. Рассказывает про суть Ордена Джедаев, про преобладание разума над эмоциями. Это все понятно, я с ним согласен. Так, нам один бонус не остался. Искусство, полиция, республики. Народ там бегает, что-то поднимает. Ну, у тебя же тоже, по идее, должно. Если ты недалеко. Если сильно далеко стоишь, то могут и не засчитать вот эти убийства. Хорошо, первый я получил. По-моему, это где-то не активно, да? Ну, тут, наверное, просто не респнулось еще. А вон, смотри, собрал есть. Так, Артур, ты на мосту, да? А, хрен, мы туда успеем. А, да, ты чуть-чуть левее. Ну, мы туда не успеем. Не успеем. Да, серверов стало намного меньше, то есть их поурезали. Но при этом как-то они сделали, знаешь, так, что этот... я второй уровень. В общем, на сервере 3 мира теперь есть, которые параллельно существуют. Да, да. Поэтому мы сейчас находимся на первом мире.
Так, кто-то что-то поднимает. То есть там как зеркала получается, что ли? Да. Так, ребятки. И тут клетка пустая. Работать. Я думаю, сейчас она восстановится. Так, бонусную миссию для Black Silver Уфа мы выполнили. Толково. Нормально. Вот. О, пошло. Болела, она моя была. Нет, it's mine. Так, освободил. А в принципе, мне тоже записали. Короче, одного из шести мы освободили. Народ просто в панике тут что происходит. Откуда вообще эти флешрайдеры взялись на тренировочных землях? Да, резко, ни с того, ни с сего. О, смотри, там бабайка какая. Пойдем. Ну и нас, как зеленых сопливых подаванов, сразу же в самую гущу послали, в общем-то. А, ну нет, это же эта зверюшка, эта, которая была с песчаными на Татуине, нет? С песчаными людьми. Возможно. Похоже. Пойду поздороваюсь. Ну, что-то похожее, в общем. Привет. С песчаными людьми? Нет, это не банта. Это явно не банта. Но похоже. Та просто волосатая была. Ну да. Кстати, такая. Здесь где-то куб, по-моему, должен быть, который нам характеристики прибавит. Холокрон. Не, это секреты, типа. Да, можно. Ну, они тут вообще по планетам раскиданы. Ну, прям так уж искать. Не знаю. Так, короче, куда дальше двигаемся? Ну, вообще, нам вот правильно идете, да? Да, 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 да. Но потом так, еще. Так, ну, в принципе, их нам убивать уже не нужно. Подожди, давайте вот этого подождем. Сейчас тут. А нет, решетка. О, тихо. Я думаю, сейчас решетка обновится, там можно будет кого-то спасти. Да. Потому что здесь бегать. Вот, вот, вот как раз. Да, спасибо. Отлично, 2 из 6. Слушайте, выходы, да? Выходы. Выходы, не бойся. Так, ну там тоже люди стоят, пасут. А вон решетка, там, где мы были, у нас. Ой, я вас постоянно теряю, тут столько народу бегает. В прошлый раз этот бег вообще мало было. На мосту квест у тебя, Артур. Жду тебя. Да, да, я иду. Сейчас я возьму еще одну. Освобожу еще одного товарища. Тут рядом. Надеюсь, вам засчитается. Да, зачитается. Помедитирую. Короче, обучающий терминал. Еще один пришел, чтобы послушать. 3 из 6, да? Всех? А, нет, не добавилось. Да, потому что слишком далеко были. Она рассказывает про то, что они все делали по справедливости. Ой, ой, я упал. Вот. Независимый от эмоций. Искали правду без страха и поиска наживы. Иногда решение, говорю, нужно делать быстро, без часов на раздумья. Возможно, но тогда ты должен жить с последствиями. Мы джедаи. Каждое решение, которое мы принимаем, может подействовать на миллионы световых лет от нас. То есть эффект бабочки. Это знание должно вести тебя в твоем суждении. Завершено. Видишь, какое? Вам там типа, на тебе меч, убивай врагов. О, вы уже 5 освободили. А мне? Да. Он я пока врагов бил, чувак это подбежал и спер. Сволочь он, нехорошая совсем. Да вообще не говори. Ребята? Так обидно. Ребята, вы где? Ребята? Смотри, я слева. Я слева. Я слева. Я слева. Да. Корбин. Корбин. Корбин, детка. Что это было? Так, 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 сейчас я А, не успею последнюю активировать. Поможем пацаненку? Да. Человек другой вопрос. Ладно, вы там занимайтесь, а я по ходу с этими клетками. Да, скач идет потихоньку. Пока с этими клетками тут. Помаленько. Воюю. Так, хорошо, я не совсем разберусь, пока я совершенно забыл, как тут с квестами. У меня столько маркеров на карте. Кстати, я тебе нашел робу, Артур. Вон, смотри, Артур, клетка. Справа одна и одна слева. Угу. Ну, нам одну вообще-то нужно, так что иди ко мне. Нам одну надо? Да, по-моему, у меня только одна. Все, у меня 6 из 6. А у меня 2. Далеко слишком, что были от меня. Поэтому. Ну, тут 3 штуки, они как раз по кругу можно бегать. Их тоже поблизости одна. А, чувак нас опередил. Тогда я бегу к вам. Мы, главное, били, а чувак опередил. И там тоже опередил. Да что ж такое? Ты да, посмотри, я вижу. Я думал, кстати, что ты туда рванешь. Я думал, тебе помочь надо. Ты же слабенький. Да. Двухметровый такой.
Шкафчик. Да-да-да, с антресолькой небольшой. Ой, еще один появился прям в деревьях такой. Пошляк! Я не о том. А я о том. Вон еще одна клетка вдалеке. Я не знаю, как-то мы пока разбежались. Ну ладно, тут все. Я вообще не с Артуром бьюсь. Мне показалось, что-то он. Джек Шепард. Вот, Артема я нашел. Ну, в принципе, это потеряться не так уж и... Так, давайте я робу отдам, Артур. Сейчас. Может, она получше будет. А как это помнишь, как это делать? На вообще ничего нету. На портрет, наверное, твой надо клацнуть. Так. Give me. А, нет, не по... А, вот трейд. Трейд я нашел. Трейд. Думаю, она получше будет, чем та, что у тебя. Клетка. Ух ты. Вот так. Ну, у меня будут теперь странные какие-то эти... И в леггинсах. Мужчина в трико. Да-да-да. Это как в этом, смотрели мужчина в трико? Там они такие убегают, там старый еврей едет на тележке. Они такие тон-тон-тон, выпрыгивают. Он такой стоит, смотрит на них такой. Такой. Педики? Они такие, нет, такие. Нормально так. Так, ну что-то мы... Да, что-то мы как-то забуксовали на этом месте. В принципе, нам-то их уже набивать не надо, этих флешрайдеров. Да, мне осталась последняя клетка. А, осталось найти пропавших студентов мне и 2 голограммы. Так что сейчас мы спасем студентов и потом сбегаем по моим голограммам, хорошо? Да не Давай. Вопрос. Пойдемте к голограммам. Ой, а может быть студенты рядом? Нет, студенты Давай. Довольно далеко, я помню. У вас здесь вот за скалой один, один студент есть, да? Вали их, ломай. Они почему-то похожи на акул молот. Ну я даже не знаю почему. Ну так, просто. Это просто. Давайте просто ждаем. Ух, я стал быстрее бегать. Толково. Вот здесь вот слева клеточка была. О, и отлично. Работает. Последний. Она не работает. А, я ж выполнил уже квест этот. Опаньки. Так, все, теперь я могу вас, друзья, добавить. Бывает. Как вас выполнил. Не надо, не добавляй нас, друзья. Ладно. Короче, я удалю потом. Джек Шепард, ты не в ту сторону пошел. Ой, ой, я вас потерял. Вечно с тобой проблема. Так. Я заблудился. Ой, тут страшные какие-то. Страшные трупы. Так, а это кто? Вы испуганы? Скавенджер. По-моему, тебе, когда с Артем бегаешь, вообще пугаться не стоит. Конечно, ну, с какой-то да, бородой. По-моему... При таком так галстуке. Так, а я с какой дальности, интересно, могу камнем швырнуть? Вот, камнем швырнуть? Да. Бля, это о, типа силы. О, смотри, он в стазисе. Ага. Он не в стазисе, он просто понятно. Такой... он просто ему норм. Супер хороший актер. Такой типа... Массовки. На секундочку такой. Как помните это, я присылал видео, там... Самая страшная смерть, что ли, где там баба стреляет из пистолета в мужика. Да, 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 да. Вот это похоже. Так, пропавший студент у нас в эту сторону, между прочим. Кстати, мы заблудились. Подожди, тут еще гопники. Вот же клетка. Ну ладно, вот они, вот. Джек Шепард нарвался. Давай что-то бить. Ладно, жду вас, товарищи. Хорошо. Это, кстати, не лишним будет. И у вас наверху над вот этой вот шкалой, там справа такой есть кружочек. Да. Да. Это картель маркет. Я не знаю, что это такое, потом посмотрим. Ты нифига ты, сколько всего. Ну и вот, в общем. Ой, 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 подождите, подождите, я сочиняю. Подождем, конечно. Начать диалог. Как он выглядит? Ему нужно отдохнуть в храме джедаев. Но если будешь давить, ну, хоть чтобы он двигался, я ему помогу. Дай ему столько кольта, сколько нужно. Скоро будем драться. Зангиев такой подходит. Чё, как? Хорошо, что другой падаван ходит. Хорошо, что вас эти создания не поймали. Такое создание? И такой пацанчик этот негр нарисовал. Ты должно быть... Мы тебя ищем, что произошло. Знаем, что они пошли, послали бы за нами. Мы искали знания кодекса джедаев. Флешрайдеры, в общем-то, нам помешали. Никогда так не дралась за всю мою жизнь. Джерри Дана, господи, сильно ранили. Так, я удивлен, что вы убили хотя бы одного.
Нет, я отвечу. Как он ранен? Как серьезно? Очень больно. Ему нельзя двигаться. Это лишь твое мнение. Да. Не тебе решать. Тренированный или нет, в общем-то. Джедай, короче, не сдается, да. Да. Она не права. Помни код джедая. Так, я не смогу перевести. Как обычно. Если можешь нам помочь, нам пригодится твоя помощь. Заставь флешрейдеров заплатить. Мстить вообще-то это не покупать. Давайте отпустим их домой. Отправляйтесь домой. Вы идете опасным путем. Возвращаться вам нужно, пока можете. Мы были так близки к завершению испытания. Нет. Оставь, говорит, этот сигнальный маяк. Мы, говорит, назад полетели. Короче, только да, так. Соберемся, полетим сразу назад, окей. Отлично. Ну, вы не волнуйтесь, мы вспомним, как переводить, да? Есть какие-то слова такие, вроде как они знаешь, как переводятся, но пока сообразишь, уже полдиалога проходит, поэтому заострять на них так серьезно внимание уж дословно переводить. Короче, как обычно, общий смысл будем передавать там дословно, это уж. Да, да, это. Это сложно. Локализаторам, которым спасибо за то, что они перевели. Да, уже год прошел с момента выхода. Да я думаю, уже не переведут, потому что нафиг. Да не, уже смысл, да, конечно. Несмотря на то, что представительство Electronic Arts в России есть официальное. Да, причем они практически все игры переводят. Даже на субтитры они не соизволили. Наш крести. После того, как я кидаю в людей камни, они зависают, вот так стоят. Это нормально? Ты читер. Возможно. Так, ну что, остается возвращаться назад и пройти. Мы идем по твоим заданиям, да. Да, так, это мне нужно посмотреть. Я приведу, я приведу. Они прям по пути будут. Да. Откуда ты знаешь по моим заданиям? Ну, потому что мне показываются на карте они. А нам еще в пещеру какую-то идти с тобой, да? Да. Так, еще один. Еще одна голограмма. Ого, тут куча собралась. Пещеру, наверное, а потом назад сбегаем, да? Ну да. Сюда я пришел учиться. Сразу уже выполнил же шестой физик. Я Терсенден, хранитель истории, основатель и историк ордена джедаев. Я видел, как мы стали хранителями знания и секретов. Мы, джедаи, храним мудрость галактики. Я бы хотел быть частью этого. Я путешествовал по многим мирам, больше, чем основатель. Я видел, слышал, спал. Джедаи не должны игнорировать несправедливость. Чтобы понять другие культуры, нужно стать ими. Никогда не забывай это. Смотри, куда твой путь идет. Все. Неважно, говорит, куда твой путь идет, всегда оставайся джедаем. Нам нужно Джеранимо. Так, нам и вниз, теперь да? По этой дороге да. Мы дойдем. А, ну, в принципе, да, мы как культурные люди обойдем. Джек Шепард рванул с моста. Ну, это вообще привычно. Да. Каждый раз я возле себя собрал тут целое кагало. Ну, окей. Ты нашел себе друзей, это же хорошо. Да. Вот эти палки, конечно. Да. То, что он их за спиной носит, это... Пока меч этот соберем. Я мы помню, уже отвыкли от лазерного меча, поэтому нормально. Ну, да. Так, опа, да, что-то, что мне, это? Кстати, дали новый... Это как раз Артему, да? Нет, это Артуру. Сила воли, выносливость и сила. Ну это да, это... нет, мне не надо, короче. Вступайте в воду. Retreat! Так, он, в принципе, не сказать, что дико лучше моего, но при этом у него плюс 5... Ну, короче, так нормально пойдет. Толкнешь, если что. Ага. Нет, я его не толкну. Пещера, вот он. Назад, Артур. Пещеру. Он по карте. Пещеру нам зачем? Это наш квест. А, ваш? Ну, уже сразу сбегаем. Уже. По 30 ну, раз. А потом хорошо. Вернемся назад. Все, понял. Так. Вперед. Оп. Зашли. Все зашли. Владелец Артем. Потом надо будет за Гришку то же самое, да, сделать?
Да. Я уж не помню. Ломай его. Ой-ой-ой, что-то жестоко совсем накинулись. Бедному бедного. Я камень кинул. Вот, третий уровень. Окей. Как так? Как? Зангил. Commendation. Commendation — это хорошо. Ну, на самом деле, да. Это можно будет всякие прикольные вещички за нее брать потом. Хорошо. Ну, втроем, я так понимаю, тоже будет довольно просто. Но вот эти, ну, вот да, всякие инстансы, там вот уже напряжение. Ну да, и вот эти вот флешпоинты, там, когда нужен какой-то 30 уровень. Это вообще вынос. Ну, я думаю, это будет интересно. Флешпоинт — это самое интересное вообще, что есть в этой игре, на самом деле. Самое интересное, что есть в этой игре, это Татуин. Да? Я просто бегаю по нему с открытым ртом. Там такой Татуин. Так, внизу там какие-нибудь не хотите оприходовать? Ну, почему бы и нет. Тем более, у меня же нет третьего уровня. Посмотрите, сколько костей. Они виноваты, по-любому. Guilty! Или, может, они хранить хотели. Конечно. Блин, такие. Так, а забежали втроем в ритуальную службу и начали всех убивать. Да-да-да. Зачем мы так делаем? Джедай, кодекс велит нам. Ну да. Да. Так, вот они. Джедай Зангиев. Вот они. Хорош уже страдать. Твоя жизнь закончена, как только ты сюда ступил. Ты джедай. Почему ты меня убиваешь? Такой приказ. Ты слаб. Орден должен эволюционировать, а ты слаб. А, да, ордера я... Не, подожди. Мы поняли. Да, да. Прекращай. Отойди от него. Ты опасен. Такую морду посмотрел. Убил моих солдат. Моих, точно. Он командует, в общем-то, флешрайдерами. Очищает. И мы только начали. Мы не атакуем, говорит, мы очищаем. И мы только начали. Давай по-хорошему разойдемся, сдавайся. Старый ордер мертв. Долго жить новому ордеру. Новый, да. Ну да. Конечно. Сразу такой камень ломали. Подожди, там еще кто-то есть? Не хватило, что ли? Леггинсы. Да. А кому леггинсы? Новые леггинсы. Endurance Will Power. Это Артур, да. Я хочу. Артур хочет леггинсы. Да. Так, ну и пообщаемся со спасенным Унал Ахаро. Это было невероятно. В порядке? Что здесь случилось? Джедай напал на нас. Мастер Оргус. Он был, в общем-то, болен. Болен. Это люди не джедаи. По крайней мере, не одни из нас. Он, в общем-то, вел этих флешрайдеров. Он организовал атаку на тренировочные площадки. Назвал флешрайдеров своими солдатами. Предупрежу совет об этом. Это и что они не просто животные. Да, в общем-то, это будет доказательством. Этот световой меч. Знакомое что-то. Странно. Сам сдержал всех этих атакующих с обычным тренировочным мечом. Впечатляет. Со мной была сила. Исследовал своим чувствам. Это и все. Они хорошо тебе послужили. Бой окончен. В общем-то, нам не нужны больше флешрайдеры, которые будут к нам лезть. Понятно. Опа, я думаю, что он встал. А я думаю, что он так медленно ходит. Это, кстати, ваш учитель. Да. Да. My master. Грандмастер. Пока что их это задержит. Так. Как ты это сделал? Хочу научиться этому. Практиковался несколько лет. Я ранен, мастер Оргус. Тренировочные площадки теперь безопасны? Пока что нет. Я отведу тебя в медцентр. Сообщу, в общем-то, совету, ты, похоже, что сможешь и добраться один. Ну... Доложи консулу джедаев. Долина пока что не безопасна. Я пока что не думаю, что нужно уходить.
Джедаи, в общем-то, сдержим последних атакующих. Ты нужен в другом месте. Следуй через долину. Найдешь храм джедаев. Да, в храм джедаев в горах. Короче говоря, они сказали, что сейчас прибыли уже рыцари джедаев, и все. Мол. А Джек Шепард, по-моему, отвалился от нас по голосу. Так. А рыцарь джедай был не... То есть не болен, а какой-то... Типа, в общем-то, да, да, у него там что-то одержимость какая-то была, вроде того. В общем, так, такие дела. Что там, Джек Шепард дисконнект? Я, да, я вылетел. Добавьте, а, да, я вручу, все отлично. А, ты с нами, да. Ты как бы и не выходил. То есть, я как бы, да, и тут был. Да, ты стоял тут. Сейчас тогда быстренько пробежим. Да, все, по-моему, да, пробегаем на крышку. Опять наломаем всех. Как раз под занавес серии, так сказать. И третий уровень ты возьмешь. И третий уровень. И а где тут еще в этой серии голограмму, я думаю, взять. А, вот у меня шкала заполненности. Не хватает. Да, мы вернемся в этот. До учебного центра. И там, А что-то зелененько лежит. Я, видимо, не взял. Не трогай зелененькое. Это commendation. Да. И желтый снег не есть, я помню. Да. Как ты и просил всегда. Видишь, чему-то это тупо Skyrim. Да. А, я стоп. Я создал, да? Да. Отлично. Ломай! Первый мертвый. Я даже не успел меч достать. Зато ты третий уровень. Да. Чувствуешь себя крутым? Ну, я всегда чувствую себя крутым, даже на втором уровне. После Force Unleashed хочется там какую-нибудь фигню в него кинуть или что-то типа того. Ну я и кидаю фигню. А, да? Ну везет. Потому что я могу. Да и правда, вот они. А, нет, этот вроде упал. Я думал, тоже завис. Оп, как я его пырнул. Толково. Ништячок какой-то лежит. Ох ты. Джек Шепард, миссия зовёт. Так, ну тех убивать будем, нет? Ну, я да, я думаю, прыгаю. Нет. А я все-таки 10 штук набили. А, Артур же там сджеронимился. Ладно, пойдем. Ладно, да. Сджеронимался. Я не справлюсь как-нибудь. Новый словарь. Новое слово, точнее, в словаре. Все, побежали. Можете уходить, вы мне не нужны, да. Так, ладно, всем пропускаем. Прекратить это сейчас же. Короче, все то же самое теперь. Давайте. Окей. Так, ладно. Заломали. Те сзади, короче, уже все, можешь не бежать сюда, Тёма. Ну да. Мы их этот... Их больше нет. Испортили. Сломали игру. Короче, те же самые диалоги, все нормально, пришел ваш учитель. Хотя какой-то, знаешь, вот с Гавайев какой-то такой, островитянин. Да-да-да. Чувак, мир тебе. Вот такой типичный джедай. Мир тебе, братюнь. Мир тебе, братишка. Я тебе покушать принес. Чуваки. Так, ну, вроде неплохая команда получается. Я думаю, это будет нормально. То есть, именно в плане... Вот это нормально. Да. А что такое висит тут на потолке? Так вот, я же хотел ее запустить в кого-нибудь. Толково так висит. У меня новое слово паразит, вот это, толково. Толково. Причем я не понимаю совершенно, откуда оно взялось. Вот прицепилось. А у нас в последнее время так, на самом деле. На самом деле. И постоянно тоже. Это бывает. Безумно. Так, и... Так, теперь нам нужно, да, по дороге бежать. Босиком. Тебе сделать квест. Я ломал стеклы. А там... На самом деле... На самом деле, да? Ага. Что там? Нам по дороге просто бежать домой, и я выполню квест, и все. По дороге, Джек Шеп, по дороге. А мы справа бежим. У меня своя дорога, знаешь. По той дороге бежим или нет? Да все правильно, мы бежим. Нет, почему он пошел в другую сторону? Он не знает. Я знает, понял. Джек Шепард. Джек Шепард все знает. Да, я вас приведу. To glory. Этот вот, вот как, вот хоть когда-нибудь я тебя подводил. Да вообще ни разу. Что... Хоть одно как, доказательство как там может? Есть. Так, я тут сама. Окей. Помедитируем, давай пока.
Let's meditate on this. А вы уже пришли с тобой, выглядим как... Ля-ля-ля, там за ним Кагало бежит. Ля-ля-ля. Ну вы там пока разбирайтесь, а я пойду. Верни наши помидоры. Короче, ты их завел в ловушку. Ну да. Они назад откатились. Ой, ты смотри, как они все откатились назад. Я попробовал активировать голограмму, ничего не произошло. При ближайшем осмотре похоже, что из него что-то было изъято. Я такой... Вот это нормально. О, со мной по телефону. Мастер Ион, у меня проблема. Один из холопроекторов украден. Украден? Но флешрайдеры не крадут, они уничтожают. И посмотри на это. Если у тебя будут другие холограммы, приди и встреть меня в храме джедаев. Пожалуйста, будь осторожен. Ок. Все. Ну, короче, самая такая получается насущная проблема вот на этой локации, это то, что как бы такие тупорылые безмозглые флешрайдеры вдруг резко поумнели. Да, и, в общем-то, на протяжении всей вот этой вот миссии большой мы будем выяснять, кто почему, мистер Андерсон, почему так произошло. Мистер Андерсон, Так, забудь поднять уровень сейчас, да? Давайте сначала квест сдадим. Сдадим квест, да, давайте. Все готовы? Да. Руки. Маяк работает. Спасательные спидеры уже в пути. Ты, в общем-то, прошу. Спас их, да? Студентам нужна помощь. Я нашел врагов везде, я отвечу. Один из них был ранен. Нужно послать медика со спасательной командой. Стандартная процедура. Они в хороших руках. Возможно, захочешь вернуться к своим испытаниям. Спасибо тебе еще раз. И да пребудет с тобой сила. О, ботиночки. Ботиночки, да, сила и выносливость. Это то, что нужно. Так, хорошо. Пускай, такие они с узорчиками, прямо как на Новый год. С узорчиками. До мороза. Не знаю, у меня нормально. Короче говоря, давайте на этом завершать, наверное, первую серию. Да, следующий давайте. Пойдем к храму джедаев, и там уже познакомимся с новыми испытаниями. Ну, да, ну, и может даже по еще пару квестов. Что скажешь, по-моему, приятно вернуться в эту игру. Да, очень я за ней соскучился. Просто безумно. И тем более за джедаев. Мы играли за ситхов, а тут другой взгляд на вселенную. Это круто. Да, более, более спокойно, размеренно и, так сказать... Короче, что, на этом все. Всем пока. Всего хорошего, да. Увидимся. Всем пока. Пока-пока-пока.